Всем большой привет! Сегодня мы поговорим о премиальном хэтчбеке от компании BMW, который на 2025 модельный год получил новое поколение. И это даже несмотря на то, что тенденции рынка заставляют многих производителей отказываться от таких моделей. Примером является Mercedes A-класс, который в будущем больше не получит себе преемника. Однако баварская компания не из таких, они остаются преданным своим традициям. И пока выпускают все типы кузовов, будь то универсалы, хэтчбеки или купе. Переходя к новой первой серии, сразу стоит отметить, что новинка получила более современный внешний вид, более технологичный интерьер и новые силовые установки. На старте продаж будет предложено 4 модификации разной мощности, 2 бензиновые и 2 дизельные. Самой доступной является комплектация 120. Под ее капотом лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель на 170 лошадиных сил, который работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением. Также стоит добавить, что эта трансмиссия теперь является стандартной для всех версий, ведь механическая коробка передач больше предлагаться не будет. Первые автомобили появятся у официального дилера уже в октябре этого года. Тогда мы и узнаем стартовые цены всех версий. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!